Всем привет, дорогие друзья, вы на канале Lean Hustle, и в сегодняшнем ролике я расскажу вам, как продать свои докс и вывести их прямо себе на карту. Вот у меня 194 тысячи докс, и, ну, разумеется, не буду все продавать, просто вот сейчас решил записать, поскольку немножко поднялись они на 3 копейки, получается, за штуку, и поэтому можно сейчас продать хотя бы чуть-чуть, чисто для примера. Итак, если у вас средства лежат на вашем кошельке Tonkeeper, либо на другом, любом, либо на бирже, где угодно, короче, то эта инструкция вам подходит. Итак, значит, заходим в криптобота по ссылке в описании. Это самый известный, самый большой бот в Телеграме по P2P криптовалюте. И сейчас мы будем все очень быстро делать. Нажимаем здесь команду Wallet. Ну, там она у вас автоматически всплывет. Я уже просто снимал ролик про то, как купить и продать, но снимаю сегодня конкретно по доксам. Нажимаем пополнить, разрешаем там доступ к IP, но это дефолт, я думаю, все, кто мини-приложение использовал, это видели. Выбираем докс и копируем вот этот адрес. То есть он будет в сети Тон. Нажимаем копировать, все скопировано. Переходим в наш кошелек, биржу или куда угодно, в раздел Docs и нажимаем отправить. Вводим адрес. И давайте я отправлю, например, 4000. Ты вот сколько там 4, у меня есть 4903, вот так вот. Все, 600 рублей будет. Давайте нажимаем продолжить. Комиссия будет 9 рублей всего. И, кстати, вот сейчас такое небольшое отступление, пока транзакция проходит, все, она отправлена. Я получил от Булума, кто видел предыдущий ролик на моем канале, где я рассказывал, как получить airdrop от Булума, там надо было заплатить 0,2 тонн, и вот я получил 4300 рублей. Вообще, по мне, так очень-очень хорошо. В чате там обязательно подписывайтесь на мой основной канал по крипте, чтобы не пропустить такие раздачи, про него я тут очень давно рассказал. Входите в наш чат обязательно, здесь я помогаю, тут выкладываю, ну, вот, например, текстовую инструкцию выкладывал, как продать свои доксы. И, соответственно, есть еще канал по комбо, тоже обязательно на него подписывайтесь. Так, ну а теперь давайте вернемся в криптоботы и посмотрим, не пришли ли еще. Нет, не пришли. Ну, соответственно, сейчас сеть Тон очень нагружена, а поэтому надо немного подождать. Ну что ж, давайте ждем. Вот давайте история. Вот. Ну, оно еще и не отправилось, окей. Теперь просто ожидаем. Ну что ж, все, доксы пришли. Там 2 минуты буквально прошло, все, они пришли. Так, нажимаем открыть кошелек. И как видите, теперь у меня на балансе вот $5. Что же теперь с ними делать? Окей, нажимаем назад, заходим вот в основное меню. Нажимаем P2P, нажимаем продать. И выбираем нам нужную нам валюту. В данном случае это доксы. Но аналогично можно поступать, если что, и с другими. Но это на будущее. Нажимаем докс. И здесь мы должны выбрать, значит, платежную систему, которая нам будет удобна. Я выберу систему быстрых платежей. Так, выбираем верхнего продавца. И, как видите, вот он скупает. Все, нажимаем продать. На данный момент он занят. Ну, в этом нет ничего страшного. Выберем другого. Значит, добавьте реквизиты для получения оплаты через систему быстрых платежей. Итак, сейчас я добавлю реквизиты и вернусь. Итак, все, реквизиты добавлены, и, соответственно, после этого вы просто делаете то же самое. Все, наша сделка уже принята, вы просто там должны были нажать «Отправить сделку». Ну, то есть у вас там просто не будет выскакивать добавление реквизитов. Итак, нажимаем «Посмотреть сделку», нажимаем «Отправить реквизиты». Вот, я добавил их, ну, там нужно ввести название, я чуть тут ошибся, ну ладно. Отправляем реквизиты. Нажимаем «Да», вы приняли сделку. И теперь мы просто ожидаем поступления средств на свой счет. Должен получить, вот я, 503 рубля 84 копейки. Все, он мне отправил, причем он даже округлил до 504 рублей. Обязательно всегда проверяйте именно в приложении, потому что смс-ка это еще ничего не значит. Заходите в приложение, проверяйте, пришли ли вам. Все, после этого не забывайте, потому что это реально вам может испортить отзывы. Нажимать, что вы все получили, да, оплата получена, перевести монеты покупателю. Все. То есть почему вас здесь невозможно заскамить? Поскольку монеты находятся в холде до того момента, как вы получите оплату. И, соответственно, если вы будете покупать, то же самое. Пока вы не оплатите, монеты просто никуда не уйдут с вашего аккаунта, вы не сможете их вывести, ничего с ними сделать, так что вы ничего не теряете. Если я вам помог этим роликом, обязательно подпишитесь на канал, не забывайте про криптоканалы, где подобные вот темки пощу, как с получением вот такого аирдропа от Bloom в 35 тысяч доксов. Ну и все, всем спасибо, всем пока.